Всем огромный привет! Рада всех приветствовать все на канале. Сегодня будет великолепная, шикарная распаковка заказа компании Avon по 9-му каталогу 2020 года. Наконец-то мы дождались этот каталог. И давайте будем смотреть. Заказ, конечно, у меня здесь не очень большой, но пакеты-сюрпризы я заказала сразу два, чтобы мы с вами посмотрели, какое у нас идет сейчас наполнение. Вскрываю, как обычно, на камеру, потому что мало ли что, но надеюсь, что все будет просто отлично. Сверху лежит счет-фактура. Убираем ее. И видим, что пакетики-сюрпризы идут в белых с золотым. Посылка была очень тяжелая, и мне кажется, пакеты просто как раз-таки весили пакеты, вес пакетов. Давайте пока я их уберу и посмотрим, что я заказала. Вот такие вот наборы Today. Классная упаковка. Наборы шли по привлекательной цене. Вот так вот они были представлены в аутлете, и на них шла фиксированная скидка 15%. Но я думаю, это очень-очень выгодно. И вот я решила заказать два таких вот набора. Конечно, это у меня пойдет на подарок. Поэтому для меня это очень актуально, что они идут в подарочных упаковках. И также я решила воспользоваться предложением. Знаю, что снимают с производства Пурбланку блаш. У меня ее не было. 299 рублей. Также 15% скидка. И я ее заказала. Я знаю, что это достаточно интересный такой аромат. И для кого-то эта Пурбланка является самой любимой. Я, допустим, люблю больше всего голубенькую, но это тоже помню, что когда-то она мне безумно нравилась. В такой вот розовой упаковочке. Ой, классная вообще водичка. Рада, что ее заказала. Пускай она у меня будет в коллекции. Я знаю, что их кто снимает, то опять их добавляют как новиночку. Рада, что ее заказала. Ну и последнее, что у меня лежало, это новый каталог. Никаких пробников, никаких брошюр. Ну, все, пришло время смотреть пакеты-сюрпризы. Давайте начнем. Давайте начнем смотреть первый пакет-сюрприз. Они мне пришли разные. Один огромный, а второй малюсенький. Сразу скажу, склад город Новосибирск и коды пакетов 134-30-19, 134-30-17. Это для тех, кто постоянно спрашивает в комментариях. Я понимаю, что, возможно, эта информация действительно будет уместная. Пакет-сюрприз стоил 399 рублей. И сколько сюда входило средств, я, честно сказать, я не знаю. Я увидела, что на сайте можно их заказать, и я заказала. Первое, что в пакете сюрпризе попадается огромнейшая пена литровая. Это у нас коктейльная коллекция с ароматом малиты и черной смородины. Но по традиции девчонки смотрят, зафольгированная или нет. Да, она идет зафольгированная. Значит, это старая версия. Сейчас я знаю, они переиздали, и, по-моему, в следующем каталоге выходит такая пена опять как новинка. Я знаю, что это просто был самый продаваемый аромат из всех пен, из всех гелей в 2019 году. Так, ну это уже круто. То есть эта пена стоит, по-моему, 250 что ли или 280 рублей в каталоге. То есть, считай, практически 70% пакета окупилось. Смотрим, что у меня тут здесь второе. Вот такой вот минимизирующий рост волос дезодорант от Duty. Очень рада, что мне попался антиперспирант от Duty. Мне нравится.
Я безумно рада. Они тоже сейчас не дешевые, по 150 рублей. И все, пакет сюрприз, девчонки, окупился. Ну, смотрим дальше, потому что я думаю, или 5, или 6 средств. Какая-то водичка. Ну, стандартная Saint Essence. И это у нас с ванилью. Быстренько покажу для тех, кто еще не видел. Но я думаю, что все видели эти водички. Они простенькие, они хорошие, они подходят вообще на любой промежуток времени, и они действительно, их можно и продать, их, ну, их покупают. Смотрим дальше. Ну, куда без лаков? Color Trend. Color Trend. Вот в таком вот оттенке. А что это у нас за оттенок, интересно? О, черный. Черный, что ли? Ну да. Интересненько. Первый раз вижу, чтобы Color Trend попадался кому-то черный. Ни разу такого не видела. И, наверное, последнее средство. Да, последнее. Опять лак для ногтей. В таком вот оттеночке. И смотрим. Смотрим, как выглядит этот оттенок. Ой, какой красивый лак. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот он выглядит. А камера его высветляет. Он слишком розовый, но он с перламутром. Очень классный оттенок вообще. На лето идеально. Не скажу, что пакет мне очень сильно понравился, но в любом случае он окупился. То есть, да, все, пакет пустой. И давайте посмотрим, что мне пришло во втором пакете. Он какой-то прям легенький. Я, честно, не прощупывала. И вот даже сейчас закрываю глаза, не смотрю, что здесь, дабы просто, чтобы это было для меня тоже сюрпризом. Вскрываем и смотрим. Так, первое, что мне попадается, это Vibrant Fruity водичка. Это у нас была с ванилью, это какая-то фруктовая. Неужели это старые пакеты, которые уже у меня были? Так. По-моему, такой пакет у меня когда-то уже был. Если здесь еще попадется средство для удаления волос с лица, крем, то это, наверное, тот самый будет пакет-сюрприз. Может быть, я что-то и путаю. Ну, в любом случае, это уже окупило пакетик. Для объема максимальный лосьон-спрей. Давненько их не было, значит, эти старые пакетики, их распродают. Далее, неужели это подводка, которая с точкой? Только не ее, не надо, не надо ее. Угу. Да, это она. Ой-ой-ой-ой-ой, как жаль. Все, я прям расстроилась. И пятое средство. Бальзамчик. Да, такой пакет у меня был. Все, пакет этот пустой. Ну, что поделаешь? Бывает и такое. Вы мне обязательно напишите в комментариях, понравились ли вам эти пакеты. Возможно, вам что-то пришло другое. Мне будет интересно зайти посмотреть, порадоваться, если они вам понравятся. Ну, я, в принципе, как бы, ну, не скажу, что я довольная, но хотя бы попались вот эти вот водички, которые можно будет по рублей 250-300 продать, и пакеты, можно сказать, отобьются. Ну, а так, заказ был хороший.
Желаю вам всем удачи, желаю, чтобы вам попались просто шикарные пакеты сюрпризов, чтобы у вас было много клиентов. Пока-пока!